друзья, всем привет. Сегодня морозный день, выбрались на рыбалку, как обычно. С товарищем Вовой. Да. Вы уже все его знаете. Вова, поздоровайся с зрителями. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, планы? Планы? Сейчас расставим боекомплект. Угу. Щуколовочки, живца. Вы от раз, да, уже взяли. Судачка пощупали. Взяли еще эти. Живцов. Живцов, да, щуколовки. Да. Погнали, ребят, пробовать. Вперед. Посмотрите, какой ветер. Просто буду идти, себя поснимаю буквально пару секунд. Какой ветерок. 13 мороза сейчас. 13-14. И ветер просто северный дует. Неимоверный ветер. Рука уже отмерзает просто. Вот такие, ребята, условия рыбацкие. Так что правильно было, говорит, там не на диванах лежать. Смотрите, что делать, смотрите. Вот это ветерок. Ребят, дохожу до залива. Вот такой ветер. Ну, просто жесть, я не знаю. Думаю, на камеру там будет задувать, конечно, капец звук. Фух. Вот зашел в залив. Вроде бы, ребятки. Вроде бы, ребятки, ветра такого нет уже. Так. Мотелик купил. Такой крупненький. Хороший мотелик. Так, ребят, в общем, ну что, нашел место такое, здесь вот бережок идет, совсем вот берег, там глубина 1,5 метра, метр, то есть, а здесь такой идет свал на 4 метра, 4-5 метров свал, а здесь прострелил 4 луночки, вот, сейчас мы их закормим и будем пробовать, вот у меня сегодня одна такая на мормышечку пробую. Такая игрушка маленькая. Вот. А вторая удочка на покаточек. На грузовочку пробуем. С обычным крючком без мормышки. То есть просто крючок. По прикормке у нас сегодня пшено. Пшено. Перемешал я с фидерной прикормкой весенней. Сейчас закормимся и будем пробовать. Так, ребятки. Надо плюк. Короче говоря, поймал я вот таких вот, ну, три подлещика. О, маленьких. Сейчас попробую вам подснять поклевочку. Включил камеру, то я думал не снимать, а сейчас вот я хочу попробовать вам заснять поклевочку. Она камеру не хочет. Не хочешь на камеру клевать? Сейчас постараемся снять поклевочку. И поймала такого кушка только что. Так, ребятки, клёп. Вроде бы клёп пошел, но не успел за камеру, на самом деле забыл, что надо вам снимать. Сейчас постараюсь снять поклевочку. Подлящик пошел ловиться уже.
О! Судочло взяло на осу, да? Угу. На осу взяло. Вот так вот, друзья. Сегодня, конечно, погода ужас. Вот так вот. Вот так это делается. Яйца, сало, картопля. Да вы даже представить не можете собі. Дома такого ні одна жінка не приготовить. Делікатеси. Ну, да. Бо якби таке приготовила, так сковороду на голову б надів би. А тут пойде на ура. Переплани. Ти зараз сказав, що щуку на кілограм 20? Ні, 20 ні, ну 5 штук по 10 хватить. 5 по 10, так? Да? 5 по 10. Ну, дивися, 4 мені щуки, одна тобі, одна Кості. І все, і ми всі з риби. Нормально, договорились. Що там, повар? Все хорошо. Все жариться, бомба, швариться. Да? Яйко, млеко. Зараз іщу чуть-чуть, щоб яйця притужавіло. Мороз трошки. У нас мінус 10, так? Да, 10 є, а з вітром, мабуть, всі 15. Ну, да. Хорошо. Однако. Так что, Гена, видишь, не везет мне это самое, в Киеве на рыбалку попасть. Сколько выезжаю. Это не Кременчуг ваш. Да, Кременчугу. Ё-моё, сейчас мы. Це ж соль брал, чтобы рыбу солить. Так как рыбы пока немає, то мы пока картошку посолим. Давай. Смачніша була. Давай, Володя. Опа. А ну, картопля. Дома така вона не буває. Не буває, ні? Ні. Дома не той вкус. Огурчик. Да. Каже, скальпер, спір. Огурчика, пожалуйста. Так і в нас. Да. Так вот, де риба, в чем скажи? Риба в Дніпрі. В Дніпрі? У воді, вернее, у воді. Правильно, це а правильно. А дивіться, яка картошечка підрум'янена. Ви такої не їли. Да. Клас, да? Жінки вам таку не зроблять. Ну, ветруган, конечно, ребята, вот это на таком морозе, блин, на таком морозе, вот это весь цинус, весь эффект, да? Это не то, что эффект. А что? Это ляпота. Это перфект, да? Это не эффект, это перфект. Да. Это перфект. А ну да, я попробую. Да? А тут я сейчас пока тут... Ну... Цибулю лови свою. Та щас туда. А ну-ка. Хорошо. Хорошо. Бомба. Так, ребята. Морозильник. У нас на улице морозильник. Мы такое тут сфарганили. За картошечку обязательно по лайку скиньтесь. Да, Вов? А за почерёвку? А за почерёвку по второму лайку? Да. Так, ну а мы сейчас пока тут будем трапезничать. Вот. Потом, ребята, включимся, потому что не буду вам... Да, бо пока будешь снимать, то уже не будешь... Да, да, да. В кругу друзей. Так, ребятки, ну что? Закончили мы сегодняшнюю рыбалку, вы сами все видели. В принципе, клёва особо сегодня не было. Можно сказать, его вообще не было сегодня. Ветер сумасшедший, просто такие порывы были. Ужас. Мороз, перепад температур. Ну, короче, что там говорить? Я не знаю, уже конец марта, такая погода. Я просто, честно говоря, в шоке. Не знаю, что будет дальше. Ну, по крайней мере, будем все равно выезжать на рыбалки. Скоро уже, наверное, пойдут грибы первые. Я надеюсь, через пару недель должно потеплеть, пойдут весенние грибы. Так что будем ходить на грибалку. Если рыбалки не будет, будем на грибалку ходить. Поэтому
Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, кому понравилось. Ну, кому не понравилось, можете ставить пальцы вниз. В общем, всем пока-пока, ребят, до встречи.